Сегодня заснеженная дорога в поселке Юбилейном Советского района выглядит широкой и чистой. Но уже совсем скоро здесь будет ни пройти, ни проехать. Каждый год в межсезонье проезжую часть по улице Новоселов размывает дождем, и передвигаться по ней весьма затруднительно. Самым рациональным решением в ремонте грунтовой дороги станет устройство щебеночного покрытия. На ремонт инициативные жители поселка планируют привлечь дополнительные средства. На работы гражданам необходимо около 3 миллиона рублей. Поэтому они приняли решение участвовать в региональном конкурсе на предоставление субсидий для благоустройства сельских территорий. В случае победы к работам планируют приступить в следующем году. Это проблема подтопляемости территории улицы Новоселов. Неоднократно поднимался вопрос, но в рамках местного бюджета нереально выплатить ремонтно-восстановительные работы по данному населенному пункту. И было принято решение принять участие в региональном конкурсе. Уже полный пакет документов у нас практически готов. Мы отработали сметную стоимость, рассчитали, сколько необходимо средств собрать из граждан и из юридических лиц. А также у нас нефинансовая помощь, тоже уже обговорены все нюансы с нашим предпринимателем.